Быстрее, выше, сильнее. Учитель физкультуры из поселка Харута удостоен государственной награды. Дмитрию Казакову присвоили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Каков путь к награде и как занимается учитель со школьниками, расскажем в следующем сюжете. Все, продолжаем. Под чутким руководством Дмитрия Сергеевича юные спортсмены оттачивают мастерство игры в волейбол. Уже более 35 лет Дмитрий Казаков живет в Харуте. После окончания Поморского государственного педагогического университета имени Ломоносова Дмитрий переехал в поселок и сразу стал работать учителем физической культуры. О таком кардинальном решении сменить место жительства ни капельки не жалеет. Нисколько не жалею, вот уже здесь больше 35 лет, с 85 года уже вот 36 лет будет в этом году, как я уже здесь. Не жалею нисколько. Мы с женой приехали, здесь родились у меня дети, выросли, уже уехали. Поселок очень хороший, народ общительный, дети прекрасные. Работа с детьми – именно этим занимается учитель физкультуры. Помимо проведения общеобразовательных уроков, Дмитрий Сергеевич под своей инициативой внеурочно работает со школьниками. Большой аспект секций по разным направлениям от волейбола до северного многоборья для юных харутинцев – хорошая возможность реализовать себя и показать свои возможности на соревнованиях. Конкретно в округ мы выезжаем каждый год. Соревнования по баскетболу, по волейболу мы участвуем. Также участвуем, ездим в национальных видах, где практически всегда привозим, да, и кубки, и грамоты ребята привозят. Ну, более старшие ребята чуть позднее участвовали и в чемпионатах России по северному многоборью. Выступая на разных соревнованиях, спортсмены привозят достойные награды, что и показывает результат работы учителя. Мы 2 года подряд до этого были третьими, вторыми, шли по возрастающей и вот добились победы. Под добрым, но при этом требовательным руководством Дмитрия Сергеевича уже более 15 воспитанников защитили звание мастеров спорта. Сейчас Дмитрий готовит новое поколение, которое с добротой и любовью отзывается о учителе. У нас Дмитрий Сергеевич – это вообще самый любимый учитель. Всегда на физкультуру мы идем с радостью, бежим. И мы все его очень любим и уважаем. Хороший человек, отзывчивый, всегда поможет. За достаточно большой объем работ и множество наград, указом президента за заслуги в развитии физической культуры и спорта, за многолетнюю добросовестную работу Дмитрию Казакову присвоили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Василий Хатанзейский, Наталья Доркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».